Ё-моё. А лыжи-то, я думаю, думаю, сейчас на лыжах, блин. А лыжи-то на озере оставил, короче. Понял. И чё, насколько тебе этого всего хватит? Ну, вот этих, консервации этих, сахара. Ну, если экономно так. Да на месяц хватит. На месяц хватит? Ну, не считай, что я же практически только... Мясо-рыба? Мясо-рыба, блядь, ну. Ну, сейчас с мясом, с рыбой, блядь. Сейчас караси пойдут. Сейчас лед пойдет, уже на озеро пойду. Здесь озеро. Карасики пойдут свеженькие. Ага. Сильно выручу, блядь. Давай. Ну давай, счастливенько. Свои привет там. Хорошо. Давай, свидимся еще, да? Это да. Ты, блядь, смотри, он не провалит. На. Тимохе привет передавай. Обязательно. Все, давай. Ё-моё. Друзья, я вас рад приветствовать на своем канале. Рад буду вас читать в комментариях. И это видео, это небольшая хронологическая склейка с 1 мая по 11. В Нюрбе, как и по всей России, прошли праздники, прошли парады победы. И, конечно, прошел бессмертный полк. В Якутске мой одноклассник, темнокожий, он Максим Прокопьев, был тоже задействован в параде, он служил в ВДВ. Вот так прошел парад в Чекурдахе. Ну и в маленьких селах тоже душевно прошли парады победы и тоже прошел бессмертный полк. Я парад поладил. Кайи күнінен Улыхан көл жастыға апаратты еді. Қанығын! Артиллерист! О, хэри хэдэ ло! Да, колонна вар, да. Ну вот и снимавший мужчина сказал, что прошла колонна. Вот такие маленькие душевные парады проходили у нас по якутским деревням. Вот, Вилюй набрал воды и во второй раз потемнел, но уже по-плохому. Он стал пористый, то есть вода уже выступает наверх.
И видите, все как обстоит. Он уже хрупкий. Он уже совсем хрупкий. Видите, что-то там начинается в нем. Непонятно чего. И он уже скоро пойдет. 6 мая Яна Владимировна затеяла уборку, и мы договорились. Я вытряхиваю половики и еду на все четыре стороны. Но так и получилось. Я поехал. И доехал я аж до Тимохиной избушки. Смотрите, какая красота. Жена меня, конечно, убьет. Но я по льду еду до Тимофея. Я правда не хотел? Думал, опасно, и так далее. Че, выехал, поехал, смотрите, вообще красота. Еду. Тепло уже стало. Так что, думаю, доеду. Какая красота, а? По-моему, вообще не передать ничем. Красотища. С ума сойти просто. Далека и бах. Ну, конечно, ощущения неприятные, но все равно чувство свободы, ребята, это непередаваемое чувство. Ну, не сказал бы, что это, но проваливается уже. И здесь у меня начались проблемы. Надо выезжать на середину. К моему превеликому сожалению, я не застал на месте Тимофея. Тимофей увидел двух уток и сорвался куда-то там их выслеживать, чего-то там с ними делать. И поэтому я уехал чуть дальше, к второму отшельнику, Жене. Я это буду кушать. К превеликому сожалению, в избушке у Жени снимать категорически нельзя. Хозяин избушки запрещает это делать. Женя живет у него уже там третий год, как сказать, в гостях, на его охотничьих угодьях. Но мое путешествие было не только по льду. Я вот видел избушку самолет, вот эту вот. Она у нас нашумела, все говорят о ней, но никто не видел. Ну вот я заснял, увидел. Также проехал по интересному маршруту, увидел вот такие памятники, как вот эта коновязь старинная. И, если честно, получил массу удовольствия от поездки. Короче, вот так я приехал. Это капец. Весь мокрый. Лед. Видите, он уже вверх. Льда на иглы, на составные части поделился.
А вон отсюда не видно. Избушка отшельника. Там на берегу. Уже закат. Ё-моё. Вот это я попал. Ну ничего. Все равно доберусь. До дома имеется в виду, конечно. Мотоцикл свой тут. Я же говорил, попаду на мотоцикле. Прям повелюю. Прикольно. Мне понравилось. А там уже, смотрите, река. Тут даже течение есть. Обалдеть. Это да. Ух ты. Тимохин холодильник. Опа-опа, как мне здесь. Нормально. Пошел. Вон мой мотоцикл. А у Тимохи... У Тимохи тепло, и один Кутузов сидит. Так что мы сегодня с Кутузкиным будем разговаривать. Про этот Кутузов. Где Тимоха? Нету опять. Так что вот так. Мне добираться домой. Ну, в центре Вилюя нормально будет. Это я начал проваливаться, потому что к краю подъехал. А в центре Вилюя нормально будет. А вообще надо приехать. Попытаться вообще по берегу как-то проехать. Но тут возле берега тальник, из-за этого нехорошо. А так, что будет, то будет, посмотрим. Все, друзья. Увидимся в следующих роликах, если увидимся. Нет, все это была шутка. Все нормально у меня. Выбрался я на сухую дорогу. Правда, буераки здесь везде. Но все же. Забереги, вода поднялась, и сегодня, наверное, он пойдет точно. Льдину перевернула. Слышите треск? Вот это все. Он уже готов. Сейчас спущусь, покажу поподробнее. Слышите этот звук? Ну и сегодня, 11 числа, в 12 дня лед тронулся. Это означает, что закончатся ветра, начнутся путешествия на лодках, рыбалки,
поездки к Тимофею уже беспрепятственные. Будет много приключений, будет много проектов. В Якутии началась весна, товарищи. Ура! До скорых встреч, друзья. Желаю вам крепкого здоровья. Увидимся.